down. This is meaningful. Christian society for God's success. Поддержки интернет-магазина TatuMall, лучшие цены на тату-оборудование с доставкой на дом. Привет, друзья! Мы находимся в Германии, город Кёльн. И что я вам могу сказать? Здесь нет делать. Просто как обычный день в любом городе. Ой, Белка, иди сюда! Здесь спокойно, красиво, но что-то не хватает какой-то движухи. Мы в Кёльне! Вот ёлка! Мы сейчас пойдем в гейский квартал, и сзади меня вон находится два пень. Роберт, ты тоже? Мы идем по Кёльну, гуляем. Здесь очень тихо, очень. Мы прям идем, и даже не знаем, что нам делать. Как бы, ну, красиво, но интересно посмотреть город. Но пока что у меня не возникает такого желания, чтобы вернуться сюда, как, например, во Францию. Вот так хочется вернуться во Францию, сесть и просто выпить там кофеек и скушать круассан. Хотя бы такого. У меня такого нет желания. Ну, только если в Мюнхен. Дожрать сосиш с бокалом пивка. Дома здесь реально крутые. Прям глаза радуются. Видите, улыбаются. Как бы архитектура сама прикольная. Прикольно то, что гоняют люди на великах. Они сидят на своих жирных жопах дома. Что-то вот есть тут интересное. Ну, тоска навеивается какая-то. А вон крюки в этих стенах. Видите? Сейчас подойду поближе, покажу. Вот они. Крюки в стенах. Блять, когда дом уже закончится? Вот иду по Кёльну, и я даже не ощущаю то, что я как бы в Германии. Не знаю, как-то все так просто. Вот сейчас около 4 часов дня. Где, блядь, люди? А, и сейчас мы пойдем в гейский парад. Ой, гейский угол, гейский парк, гейский дом, гейский супермаркет, гейские простыни, гейские дома мы сейчас пойдем рассматривать и расспрашивать. Что же их так привлекает-то, мужские? Наконец-то мы добрались до гейского квартальчика. И что же я вижу? Посмотрите. Там трахаются чуваки. Видите? И там трахаются чуваки. Что же будет дальше? И, кстати, здесь даже реклама. Но посмотрите. Я вытащил только что палец из твоей жопы. Я сейчас нахожусь в Германии, в городе Кёльн. Тут цветные стеклышки, все охуенно.
Я по-прежнему замаливаю свои грешки о татуировках. Кстати, я даже поставила свечку, чтобы у меня не сел телефон. Это 33%, а еще весь день впереди. Посмотрим. Боженька, надежда одна на тебя. Вот я и помолилась, и мне Боженька сказал, что мне нужно съесть чизбургер сейчас обязательно. Пошли есть. Ну, наконец-то! Мы нашли место, где реально клёво. Вот эти улочки, они такие красивые, прям деревья, все вот это вот такое. Здесь кипит жизнь, и это клёво, потому что это как-то все так сразу добавляет в одно целое. И вот здесь вот хорошо. Здесь даже очень хорошо. Тут так красиво. На самом деле, здесь все сейчас такое осеннее. Листики падают. Здесь все прекрасно, я не знаю, мне очень нравится и очень хочется сюда вернуться. Если бы не это местечко, я не знаю, я бы, наверное, разочаровалась в Кёльне, но здесь побывать, конечно, очень круто. Мы гуляем сейчас по вечернему Кёльну и наблюдаем, что очень-очень много всяких разных клёвых магазинов, всякие там винтажные вещички, очень много всякой херни ненужной продается. И, ну, интересненькие такие, интересно во все зайти, посмотреть. Хочется много денег потратить, но эту всю хуйню не увезти ненужную. И она же ненужная, поэтому и не надо ее покупать. А пока я просто прикупила себе мармеладные конфетки, червячки тут всякие, лягушечки. Много всяких чуваков. Слышите их? Оказывается, чтобы увидеть истинный Кёльн, нужно войти, так сказать, поглубже в этот город. Вот мы пришли. Посмотрите, как классно. Настоящая Европа, не скучная. Ну что я могу сказать про Кёльн? Кёльне классно, мы не хотим отсюда уезжать, надеюсь, скоро вернемся. Приезжайте сюда, не пожалеете. Мяу. А мы пойдем бухать. Diamonds all in my ring, nigga. Gold watches, gold chain, nigga. 100,000 champagne, nigga. Yeah, my money insane, nigga. Yeah, I'm making it rain, nigga. But I was just on a plane, nigga. Buying gear, flying here. Fuck what you